Конкурс называется «Стресс-тест для политиков». 34 победителя со всего региона в режиме онлайн учились делать самопрезентации, давать интервью и осваивать технологии дебатов. Особенно интересным участникам показался семинар на тему «Три типичных ошибки современного спикера и как их не допустить». Его разработкой, как и подбором спикеров для всего курса, занималась обладатель премии ТЭФИ и учредитель центра «Практика» Нина Зверева. Именно практикой, практические задания и практическая работа во время тренинга помогли нам отточить самые нужные для политика и избирательной кампании навыки. Курс позволил познакомиться и раскрыться всем победителям предварительного голосования. Вместе прослушивали теорию, а дальше в малых группах оттачивали навыки переговорного процесса, дебатов, стрессовых ситуаций, стрессовых реакций. Раньше подобные семинары проходили очно. Онлайн-формат открыл новые возможности для обучения. Дарья Кульбакина, «Время новостей».